Ну все, давай, я собрался, погнал. Всё, ты забираешь меня утром. В смысле утром? Муж. А я думала... Ну, мальчишник, в смысле? Я думаю, сегодня вечером. Уже вечер! Ну, я имею в виду ночью, там, может, 12, во сколько, в час. Я приеду, я спать не буду. И я спать не буду. Это понятно, ну... Не, ну мы тусуем, мы договорились, мы с пацанами тусуем. А где ты ночевать? Это мальчишник. Будешь? Я не буду ночевать, чтоб ты не переживала. Так я могу тебя забрать ночью, не проблема. Ну, то есть все будут тусить, а за мной приедет ночью жена. И как я буду выглядеть перед всеми? Что здесь такого? Наоборот, круто. Любой бы мечтал, чтобы жена его забрала. Все обоссутся со смеху, когда ты приедешь за мной ночью забирать меня. Почему? Так, я понял. Не, а сколько нам надо с Честером делать? Ну, закажите что-нибудь, в магазин съездите. Что, сколько надо? Нет. Почему сразу? Я что, у тебя деньги вымогаю? Ну, при чем здесь? Столько хватит? И что, и за тобой типа утром приехать? Да? Ты, то есть, ради, чтобы нам с Честером потусить? Столько. Ты мне зачем даешь? Чтобы утром чтобы, за тобой приехать? Да, чтобы ты от меня отстала и спокойно проводила время. Ну, знаешь, как бы еще только 6 вечера, поэтому хотелось бы побольше. Ну, там на пиццу, на, может быть, шампанское. На пиццу? Тут на пицца есть, а не на пиццу. Ну... Сколько, считай тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 500. Ладно, хотя бы какая-то круглая сумма должна быть. Ну ладно, сколько тут? 9500 плюс 5. 14500, да? 14500 вам до утра хватит? Так поинтереснее. Давай, буду утром. И чтоб не звонила мне. Ты поняла? Чтобы не звонила, чтобы никто не ржал все, надо мной. Давай, давай, все, мы поехали. Чест, ты за старшего. Это Буськи, кстати.